есть, понятно. Намечается Катуля, да? Ну что, меня там просили, да, вот такие вещи сделать. Мне кажется, самое время выпускать козырь с рукава. Полетели, только проблема есть. Игру-то я не выиграю, потому что пушить мы не сможем. Тролль будет фармить всю игру, минер будет всю игру телегу катать. То есть играть от дефа придется. Но с другой стороны, аганим шард плюс аганим, это как раз для игры от дефа. Стоять себе на хайграунде и дикей кидать. В принципе, разберемся. Опять кто-то ливнет, я надеюсь. О, у меня сегодня, ребят, в каждой игре кто-то ливает. В каждой. Так, дайте я быстро патрулю сообщу, что обнаружен долбоеб. И можно идти на центральный коридор. Так, ну я думаю, ботл на миде нужен. Ботл башмак, тире арканы. А может быть без арканы, если все будет хорошо, сразу в аганим пойдем. Я думаю, на миде у них алхимик будет стоять, поэтому будет не так-то. Ну типа, знаете, алхимика просто надо душить на миде, а я его андедом, ну чё. Дикей, ну типа дикей неприятно ему будет. Длительность кражи 45 на всех левелах, кстати, прикольно, я не знал. Я думал, там кража ненадолго идет и с прокачкой все больше. Ну короче, ладно, разберемся, чё. Ну что, полетели, чё-то попробуем. Я надеюсь, на миде алхимик на самом-то деле, против него у меня будет легкая линия. То есть начинаем его сразу закидывать, напихивать ему первым скиллом. Потому что я ж у него еще 4 дэмэджа ворую. Тут дело не только идет в хп, в силе, в дэмэдже. То, что минус 8 урона уже. И можно попиздиться. Братан, я боксер. Понимаешь, я боксом занимался, нахуй на секцию ходил. Понимаешь? Долбоёб. Он еще со мной решил попиздиться. Иди сюда, мальчик. Бля, надо было не тамбу брать, а второй скилл. Прикинь, я бы его сейчас разъебал как. Блин, ну ему очень плохо. Я знаю, что такое против андеда стоять на алхимике. Я стоял как-то. Запомнил на всю жизнь, пацаны. Понимаю, понимаю. Хейтер в башне, у него все хорошо. Ну, блин, ну если я его до 6 ни разу не оформлю, то там уже все как бы. Бля, боюсь, как у меня сейчас резко сила не забралась, и мне не выдали пиздов. И шо? Ты хочешь со мной попиздиться, братан? Такие, кто мало в жизни осталось, кто со мной в реальной жизни пиздился и до сих пор жив, понимаешь? Братан, запомни, никогда не дерись с боксером, блядь, если ты не боксер, нахуй. Дура. На алхимике. Он что-то подумал, что он может что-то мне сделать. Так, ну что, башмак несем и за руной бавуньки сходим. Ты что, дурак, что ли? Алло, гномик, у тебя орк, блядь, под жопой, долбоёб. Бля, у меня тамба в КД до сих пор. Блин, тамба так долго кдэшится, жесть. Такой слабый скилл и так дохуя кдэшится. Это просто странно. Подожди, он без башмачка. Ты без башмачка. Лопушок, ебать. А чё ни одного зомби не появилось, блядь? Тамба просрал? Или что за хуйня, блин, 95 маны надо. Ну, мне кажется, я его запижу с руки чисто. Как во дворе, нахуй, хейтеров, блядь. Просто с руки забил дуру. Не, ну пока у меня все хорошо, давайте будем честны. Пока что жить можно. Можно пойти еще алхимика выебать. Свяжешь его? Молодцом. Я даже ульт, наверное, нажимать не буду. Так, чисто с руки запиздим. Не? Ой, бля, все, заебал, нахуй. Заебали, блядь. Бегают шушера-мушера ебаная. Шелуха дырявая, блядь. Иди сюда, нахуй, выебу. Бля, он же меня спилит, я охуею, правильно? У меня маны нету, все, я ушел. Блин, неужели мы эту игру выиграем в одну калитку? Просто пока все идет к тому, что счет 9-2, и сейчас враги начнут сдаваться. Потому что у них алхимик не может 6-й левел апнуть. Он уже по лесам там бегает, вафлит. Это чисто я на алхимике. Раз в жизни берешь алхимика, и тебя ебут по всей карте. На самом деле, алхимика, знаете, реген здесь не спасает. Учитывая, что я у него силу забираю первым скиллом, а с аганимом там ее вообще не останется. Что, волшебство, ульта, блядь, тамба, нахуй, не поехали. Хорошая сетка. Что это такое? Подожди, ты не воруй, жулик, блядь. Решил, слышь, на Рубике играет, еще шмот ворует. Дурак, что ли, блядь, совсем? Ненету, блядь, спиздюли тупо, вору въебало дал. Так, и вот эту дуру высосать. Смогу я у него всю силу забрать? Похищение силы 4. Да смогу, изи. Заберу всю силу. Иди сюда, блядь, сейчас взорвешься. На, нахуй. Давай. Ебать, под волшебством как же охуенно дикей кидать. Еще и замедление от ульта. Не. Да нет, все, ты закончился, брат. Поехали. Понимаете, с другой стороны, нам пушить особо нечем. То есть у нас есть тролль, но он будет долго фармить. То есть эти враги не сдадутся сейчас, знаете, не начнут ныть, что алхимик там мид проиграл и все очень плохо, то они могут дефать. А алхимик рано или поздно-то раскачается, ему там много не надо. Я бы пошел на низ, вот тут, по-моему, алхимик бегает. Его уже снизу нашли. Да, алхимик бегает. Бля, ну я вот только-только хотел ульту прожать и тамбу поставить. Как хорошо, что я выдержал тайминг. Братан, ты точно думаешь, у меня хоть закидать? Ты прям уверен, брат? Ебать, у него, я же, вот алхимику реген вообще не помогает после ландера. Там похуй, сколько ты регенишь, у тебя силу забирают. У тебя там на максимуме 1000 здоровья, а то и меньше. И то, что ты регенишь его, там третий дикей залетает там на пол ебала. Нормально, 3800 хп. Много треков без клипа сегодня. О.
Это, сука, он заебал. Темпы пизда. Ебать, много отбиваю. Так это у Тимбера есть еще плака. Так, это меня летит. Шамана чуть-чуть подрегенно на обер. Блядь, все, у меня маны нет, лол. Все, я на базу. Блядь, что ж мне купить, а? Можно худ купить. Вот чисто худ ебануть. И дамазать плиту. Просто, чтобы чувствовать себя в драке не совсем во флёрах. А дальше можно что угодно. Аганим шарт, тараска, там уже не важно. Просто у них и магии много, и с руки у них бьют герои. А магия, сами понимаете, магия это больно. Go fight, maybe. Че, я резну. Так, одного ебанул. Второго ебанул. Третьего ебанул. Четвертого ебанул. Ебать, посчитал, блядь, пацанов. Ну иди сюда, ты огрызок, блядь. Бля, рампагу не дадут, даже если мы его сейчас убьем. Блядь. Хорошо. Бля, просто пошел, посчитал пацанов первым скиллом. Я надеюсь, что ты больше в казино не вернешься. Потому что сейчас ты там побухаешь, погуляешь на плюс морали, а потом через пару дней... Ну давай, блядь, хули, я выиграл. Давай 100 кэсов закину, чисто поиграю. Ну давайте, сумки, блядь. Хороший меня же. Я исчез, меня нет. Я тут. А связать его можно? Вместо того, чтобы стилить гироскутера, можно, блядь, связочку кинуть на... Вон, я тебе ботл дал, блядь, нажми сетку. Сетку дай. Нит, сетка, дюд. Ебать, у меня 5000 кп, охуеть. Арканы дал, блядь. Короче, я понял, зато он спиздил у меня фраг. Ебать, братан, ты в курсе, что ты немножечко не падаешь из-за что с дядей общаться? Ебать, что-то я сам не ожидал, что я с него вторым скиллом столько сниму. А сколько, извините, второй скилл дамажит? 50 силы спиздил. 11 целей по 52 урона. И под ультом это все было, да? Охуеть вообще. Блин, на самом деле очень много дэмэджа залетело. Так, Аганим Шарт, точно. Аганим Шарт забыл купить. И теперь нужно какой-то Шиву, может быть, или... Здорово, Лежа. Здорово. Давай Шиву, наверное. Делаю, а там посмотрим. Так, это у меня у... Еще у меня киноптик дает дальность применения. Не, рейнджу, наверное, не дает. Просто я сдалека могу первый скилл нажать. Я понял. Так, таблетка мне не нужна. Все остальные разобрали. Вот это, конечно, пиздатая шмотка. Essence Ring на меня, но мне ее не дадут. Сейчас 20 левел, минус 1.5 секунды перезарядки Дикея. Но я все равно пока не вижу, как мы выиграем эту игру быстро. То есть фраги фрагами. Просто Undead сейчас перестанет что-либо делать. Вы же понимаете, что я сейчас еще пару фрагов и все. То есть дальше я уже, так сказать, лечу, закончу. Закончится прирост у меня силы и импакта. Хорошо. Либо мы сейчас сносим, ну, либо нет. Либо игра затягивается. 40 силы напиздил, это я ульт не нажимал еще. То есть у меня 5 кесов хп будет с ультом, плюс-минус. О, ебать. Бля, второй скилл нормально дамажит, кстати, мне нравится. Надо было тролля подхилить, наверное. Надо было тролля подхилить, а я задамажил. Ну ладно, похуй. Ебать, Тимбер вообще не ощущается, серьезно говорю. Первый скилл настолько жесткий, вот этот под Аганимом по 10 силы воруешь, еще и 110 урона базового. Оксимирон, я понял, что Оксимирона у нас любит и ставит. Я как бы не осуждаю, если что. Музыка хорошая, но просто не все треки Оксимирона заебаты. Ну, типа, некоторые треки, не все, не все. Так, я бэкну, наверное. Да, ну его кто подстанет. Или так. А Замбариш они замедляют, по-моему, да, с каждой пиздюлей? Ебать там бэйбэка. У меня мана заканчивается опять. Ебать, как больно. Все, я умер. Сейчас я не верю, что... Там еще Рубик мины ставит. Хотя, если пробовать. Бля, белка красава, она меня портом сейчас реально засейвила. Бля, ну мы пушим долго, конечно. Блин, с Октарином это вообще рейндж Дикея у меня. Откинулись тупо всем дерьмом. Бля, прикольно, рейндж, конечно, с линзой и вот с этой залупой. У меня рейндж кастов просто ебанутый. 31 минута, счет 59-17. То есть, если бы не было настолько сильного сноубола, мы бы в хуй выиграли здесь за такое время. То есть, игра бы реально была на час.